Еще одна, честно говоря, странная история, связанная с зоной АТО. Накануне появилась информация о том, что Европейское агентство авиационной безопасности готовит ограничения для украинских аэропортов в Харькове, Днепре и Запорожье. Мол, опасная территория слишком близко к зоне АТО. И вот сегодня появилась реакция Кабинета министров. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Амеляну совместно с Госавиаслужбой и СБУ немедленно заняться этой ситуацией. Украинские чиновники должны подготовить для европейцев все необходимые предложения и пояснения, чтобы не допустить авиационную изоляцию наших восточных городов.